видеоролик с участки этого дома. Вытащены рамы, дверные проемы. Все это будет уничтожено, безусловно. Его уже стали разбирать. Вот этот дом, это здание начали разбирать с того края. Здесь более-менее еще видно кое-что. Я успеваю еще. Это еще мы захватили с крышей. Вот этот дом, который мы начали видеоролик. Я уже заикался, что солнце сегодня прямо нам мешает, как, впрочем, всегда что-нибудь помеха есть. Ну и с лагерь. Последнее его состояние в таком виде. И все, больше скорости этого не будет. Вот этот дом. Мы вокруг него крутимся. Заходите. Здесь жив, не помню. Много чего не помню. Делаю еще круговой обзор, чтобы было представление, где что находится. Впереди меня стадион. Мы на него вышли. Кидаем. Мы сейчас выйдем на казарму. Не хочется выключаться. Одного из подразделений. Золотая осень. Я напоминаю, не дождался, когда листья подлетают от деревьев, потому что пока мы соберемся, дождемся опадания листьев, многих зданий уже не будет. Аналогично картина. Окон нет. Все это готовится к сносу. Видимо, к интенсивному. Все это быстро уберется. Было бы начало. Подойдем сюда поближе. Повернем налево. Тут где-то фонтан был. Хотелось бы его захватить, но, видимо, не судьба. Да. Что сделал? Выпал его или не могу быстро найти. Вот. Как это называли? Ну, это казарма, видимо. Потому как я внутри был, делал фото. В альбомах они существуют. Не только в группе Neues Lager, но и в других группах они почему-то переползают без моего ведома. Ну и слава Богу. Значит, кому-то это надо. Значит, нравятся мои фото, подходят. Я так себя утешаю. Вот еще здесь сейчас будет, мы увидим, пожарный бассейн, видимо. Для водоем. Сейчас мы его увидим. А может быть, это и не какой-нибудь водоем. Пожалуй, да. Это тоже вам для ориентира. Вот он. Выходим отсюда. Дорога уже. А то там какие-то объекты. Мы не пойдем к ним. Хотя что это? Не было я здесь. Не знаю.
еще один. Ну вот я успокоился. Все, мы увидали. Выключаю камеру.